Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь эксперименты с быстрой скоростью. Привет, банда! Давно я не рекомендовал вам подписаться на что-то стоящее. Настало самое время это изменить. На канале The Gangster Video вы найдете увлекательные нарезки по играм, обзорам, экспериментам и другим жанрам от самых популярных ютуберов и не только. Научиться чему-то новому, от души посмеяться или просто хорошо провести время – это именно то, чем ты здесь можешь себя занять. Автор постоянно пробует что-то новое, это значит скучно не будет 100%. Поддержи парня подпиской, ссылка на канал в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юра Чентони, и сегодня у нас самая быстрая машина в Лего Сити. Привет всем, господа хорошие. Так, ну короче, ребят, давненько мы не снимали данную рубрику, потому что не было в действительности нормальных годных машин, но сейчас вроде что-то мы надыбали, поэтому давай садись за свой, не знаю, что это, пирожок зеленый, и давай попробуй меня обогнать. Капец, у меня персонаж улыбается, он уже знает, кто, короче, здесь будет победителем, явно. Ну да, слушай, у тебя такая карета, блин. Так, подожди, я сразу думаю, звук немножко подубавлю, чтоб сильно они не гудели, а то я тебя вообще слышать тогда не буду. А, ну это печально будет. Так, ну, я думаю, эту машину все помнят, я на ней, в принципе, пару серий снимал, но мы ее не тестировали на прямой, на скорость максимальную, поэтому будет интересно. Это же эта засранка, да? Которая под 90 по горам катает. Ага. О, мы, кстати, с ней так и не сняли серийку. Да-да-да, именно так. Печально. Давай, так, садись свой драндулет и, короче, 3-2 раз погнали. Погнали. Ух ты, с дымком, ой. С дымком, хорошо. Ой, а чё мой драндулет не едет-то вообще, а? Слушай, что-то он у тебя вообще не едет. Слушай, я на этой машине перевернуться вообще не боюсь, потому что она реально прям на липучках как будто едет. Слушай, ну все, это его максималка, походу. Да? 298 км в час. У меня максималка 587,8. И все, короче, 9. А я так понимаю, что она сейчас будет разгоняться, там максимум по 1 километру в час. А нет, не будет, все, 589. У меня 298. Да. Слушай, ну в этой машине, знаешь, какой плюс? Она, короче, бесшумная вообще. Электрокарчик, блин. Не, ну у меня она шумноватая, но допустимая норма такая. Допустимая норма. Так, я развернулся и еду тебе в лоб, я тебя вижу вроде. Да? Если ну давай, ты... А ты куда проехал, алё? А где ты? Я слева от тебя был. Давай разворачивайся. Где? А я не вижу тебя нихера. Да я вижу тебя. Бля, я не могу развернуться. О, вижу. Куда ты поехал, алё, дядя? Вижу. Би-би-би-би-би, мазафака. Ой, да ладно. Господи, промазал. Да это я просто, я мастер вождения, я увернулся. Давай. Или ты, наверное, руль дернул в последнюю секунду? Погнали. На, тебе. Господи, а ты где? Так сильно? А ты где? Да здесь, ёпси, у меня колеса отлетели. Но у меня минус капот, минус крыша, но нормально так-то. Бэмц. У тебя вообще ничего не осталось. Мало того, что этот джипик нихера не едет, он еще и нихера не бронированный. А, я приехал тоже, все, минус двигатель. Блин, ребят, ну такой заезд, короче, но у нас есть первый победитель, в принципе, это вот эта машинка, как ее называть-то, блин, шалтай-болтай. Я не знаю, короче, 589 км в час. Да, ребятки, но это только начало, вы же знаете, что у нас в конце самые интересные тачки, поэтому не пропустите и поехали дальше. Погнали. Ребят, вы только посмотрите на этот, мать его, корч, я даже не знаю, из чего его собирали, видимо, из мусора, который валялся на свалке, но движок здесь просто, мама, не горюй, посмотри. Господи, у меня такие колеса были на моем велосипеде в детстве. Велосипеде? Ну, может быть, слушай, ну, двигло здесь, конечно, мощное, просто охренеть. Там V16, наверное, ёпси. Если не V96. Давай проверим. Лопуха черная, просто жесть. Да, просто дизелим, пылим. У меня даже вон на колесах сзади эти есть движки. Я вижу, да, нихера себе. В общем, вот такой агрегат, ребята, у Юрыча, это просто какой-то пропеллер сзади или что? Я не знаю, что это. Тут самый прикол в том, что это все еще этот, как бы, настраивать можно. Ага. Ну, а у нас, в общем-то, попроще. Вот такой спорткарчик. Не знаю, как он покажет себя. Ну, давай. Заводись. Раз, два, три. Завелся. Охереть. Нормально так-то. Пых-пых-пых-пых-пых и ушуршал. А... Хьюстон, у нас проблема, братан, минус ФПС, братан! 2-2-5-8, я видел последние цифры, после чего у меня машина разлетелась пополам, и я улетел. А скорость-то какая была?
2256, что ли. Я, короче, включу бессмертие, дабы у меня вот эти передние не отлетали. Сейчас посмотрим. Охереть надо. 2000 машина Юли. Я, короче, понял, зачем сделали этой машинке спереди и сзади вот эти маленькие колеса, потому что она, когда едет, она начинает вставать на передние дыбы, короче. И когда скорость прям вообще завышается, она сальтуху через перед делает. Кстати, это у нас Тесла была, если ты... Тесла? Норм. Да. Так, я смотрю на скорость, пока машина не оторвалась, а то я проябываю. Короче, 2250 где-то вот так в среднем. И ну, потом она отлетает, либо ломается. То есть без разницы, бессмертие или без него. Но у меня 990. 990, ну нормально. Было бы 999, рубль в подарок. Рубль в подарок, а там десятка, ёпсель. Да. Так, короче, я удаляю эту машину, потому что она слишком много жрет FPS, и сразу он плюс 120. Просто жесть. Я улетел. Ну, кстати, улетел, наверное, быстро. Сломо закончилось. Оу, щет. Так, я не знаю, где ты. Кстати, она вообще крепкая. А, она же бессмертная, я понял. Она крепкая, да. Ладно, ребята, вот такой второй заезд. В принципе, у нас опять-таки новый фаворит. Я даже не знаю, как обозвать эту машину. Можете название придумать сами. Но, в принципе, 2250 пускай в среднем будет. Ну да, нормально. Поехали дальше. Друзья, в общем, продолжается наш эксперимент. И, в общем-то, теперь тачки уже более такие, знаете, агрессивные, более реактивные. И, в общем-то, давайте посмотрим, что взял Юрий здесь себе. Так, санки. Так, ну у меня какие-то гоночные санки, 47 номер, 2 икса. Даже не знаю, что это такое, но даже жопой может вертеть, и это интересно смотрится, по крайней мере. Вообще похоже на машину Бэтмена какого-то. Да, но это санки. На воздушной подушке, возможно, хрень какая-то, но необычно, по крайней мере. Красиво смотрится. У меня смотрится. Тоже санки какие-то, худые санки с турбинами этими, ну в общем... Как всегда, короче. Да. Ну что ж, давайте проверим, на что они способны, ребята. Да, сейчас будет очень громко, поэтому хер знает, как будем слышать друг друга. Ну, в общем, ладно. Ори в рацию. А, да. Так, ну давай, 3-2 раз. Погнали. 3-2 раз, погнали. Оба. Так, оба. Ну, твой пошла, быстрей, пошла, твой быстрей. Разгоняется, пошла, по крайней мере. А как у тебя топливо кончается? Очень быстро или не быстро? Да, вроде нет. А у меня довольно-таки быстро кончается. Заканчивается, братан. Все, что ли? Нет. Я говорю, заканчивается, а не кончается. Так. У меня 3700 уже. Я только до 3 дошел. 4. Самое прикольное, что я могу на ней управлять, как бы. То есть вообще без каких-либо проблем. 5. Нормально, так хорошо идет. Хорошо идет, и топливо еще есть. У меня половина осталась. У меня еще до хера его. Интересно. Ну, слушай, саночки вообще крутые, на самом деле. Мне прям нравятся. Они красиво так смотрятся, вообще. Эпилепсикам не смотреть. Уходите от мониторов лучше. Да-да-да, эпилепсикам не смотреть. 5000 километров только разогнал. Все, красная полоска пошла. У меня тоже закончилось. Уже закончилось? 7000, короче. Нет, я до 7 не дотяну. Я дотяну максимум до 6. И у меня топливо кончится. Господи, у меня в глазах уже двоится нахер. Да, вообще, вот это ну скорость. Нахер эту херню, у меня уже самого скоро. Так, 5780 я видел, и у меня закончилось топливо. Неплохо. Не, ну у этих санок один большой плюс. То есть за счет вот этих больших закрылок он довольно-таки неплохо, короче, этот разворачивается. А у меня санки, они вообще не поворачиваются, по-моему. Ну да. О, все, конец карты. Ну, блин, неплохо. Мне понравился хороший заезд, тем более без бессмертия. Машина справилась, не взорвалась, так что топ. Да, но у меня тоже по льду, как будто она это скользит. Да. Что ж, ребята, у нас новый победитель со скоростью сколько? 7? Ну, 6900 с чем-то там. 6900 с чем-то километров в час. Нормально, но сейчас у нас еще будут тоже реактивные тачки, и посмотрим, что из этого получится. А, ну что ж, ребята, у нас тут Star Wars, мать его. Да, жесть просто. А, братан, тебе выхлопную в бошку вставили. Братан, ты вообще весь в ней лежишь. Просто ты вместо выхлопной там сидишь, короче. Ты видел, короче, для собак типа эти делают такие на шее. Да, вот его голова, вы видите? Да, на шее типа цилиндр же делают, чтобы они не кусали себя. Прокатимся с огоньком, мать его. Ну давай посмотрим, на что способны эти малютки. Они маленькие, реактивные и, в принципе, возможно, довольно-таки быстрые. Ну давай, да, 7000 км в час, примерно эту цифру нам надо побить, поэтому погнали. Давай, раз, два, три.
Раз. Воу! Я тебя как стоячего проехал, братан. Меня? Да. Это я тебя, братан. Я уже впереди намного. 50 км. Тысяч. А, да? 60. Я уже не видел тебя. Так я позже тебя поехал и прям все ушуршал. Короче, где-то 60 тысяч. Не, у меня где-то 20 она едет. Воу, я тебя опять обогнал. Охренеть, табуретка просто бешеная. А ты вообще не едешь или ты летишь? Нет, я еду. Она прям скользит. Мне не хватает карты. Мне нужно на другой конец карты, походу, встать. Не знаю, ну 34 км в час нормально. 34 тысячи км в час. Это не то, что нормально, это очень много, это очень хорошо. Короче, ребят, по диагонали мы встали. Давайте проверим максималку здесь. Назад еду. Зачем? Блин, я закосячил, короче. Так, я, короче, не знаю. Я еду по углу, немного, конечно, срезаю в бок, но тем не менее... Я тебя... А, это не ты, это база была, господи. 85, 90, 95 тысяч, 96 тысяч, короче, где-то примерно на трассе. Ну, можно округлить, почти сотка, да? Ну, почти сотка, да, почти сотка, но не хватило чуть-чуть трассы самой именно. Ладно, моя табуретка, в общем-то, переворачивается, хер на нее. Обалдеть. Ну, 35 тысяч есть, нормально. Да, вообще, на... Проедь, взбодрись. Воу! Просто вообще офигеть, она удирает, мама не горюй. Не, на самом деле, давненько я не видел таких быстрых машин, Брикликс, и это очень даже хорошо. Это жестко вообще, 60 тысяч км в час до конца карты. Да-да-да. Ой, а санки-то реально отлетают примерно где-то на 15 тысячах уже. Не-не-не, там надо камеру держать правильно, 34 тысячи я проехал. Господи. Короче, ну нафиг. После такого спать точно неделю не будешь. Слишком быстрой скорости. Это точно, ребятки. Ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал. И все ссылочки в описании. Всем пока-пока. Да, ребята, до скорых встреч.